Подробности празднования обсудили на специальном совещании. После торжественного открытия часов обратного отчета на Медалс Плаза будет организована интерактивная зона для детей и подростков с конкурсами, викторинами и выступлениями артистов оригинального жанра. Всем желающим художники Айра Грим нарисуют символы России, Сочи и футбола. В рамках этого празднования пройдут большие конкурсы среди детей и нашей молодежи. И, соответственно, завершится это большим хорошим концертом группы «Максим». Поэтому с 16 часов всех ждем в Олимпийском парке. Стать участником праздника сможет любой желающий. Вход на мероприятие свободный. Тем временем подготовка к Мундиалю в Сочи идет полным ходом. На прошлой неделе курорт посетила комиссия ФИФА. Специалисты осмотрели стадион «Фишт», оценили городскую инфраструктуру и в целом остались довольны увиденным.